И всем привет, с вами Хамерус или же Александр, и это вторая серия, блин, да, первая серия была говно, строительство АЭС. АЭС, это не Чернобыльская, я не уверен, то, что это Чернобыльская, просто буду называть ее по типу Чернобыльской АЭС. Как мы видим, небольшая реконструкция, вы подумаете, почему реактор, почему он находится на улице, потому что я... немного переделал здание, потому что реактор находился вот в этой зоне, а он должен находиться здесь. Поэтому жесткая будет реконструкция. Вот здесь почему-то была верх часть, некоторые части машинного зала я изменил, сделал его длиннее. Вот эта вот часть была внизу в текстурах, я ее поднял, окна добавил, да. Ничего такого совсем нового, просто сделал по-быстрому. Где-то потратил час времени. То есть, сейчас я вам покажу, как это все делается. Короче, захожу я просто в браузер. Браузер называется Chrome. И смотрю картинки. Просто ищу картинки. Курская, Чернобыльская. Все картинки подойдут. Смотрю, что и как в неразрушенной части. Осматриваю, что и как, где находится. Захожу на Википедию, смотрю картинки, вот самой РБМК, вот все такое. Да, конечно, моя РБМК выглядит как говно, но это лучше, чем ничего. Спасибо на этом. Вот смотрю гайды по Хаммеру, вот как, сейчас покажу вам мою АЭС, как она выглядит. Сразу вам говорю, она очень большая. Так, вот мы находимся... так, я вернулся, точнее... Давайте посмотрим размеры станции с человек. Здрасте, здрасте. Вы, наверное, в шоке от размеров. Ну, да, практически. Как вы видите? Как вы видите, по сравнению с АЭС, этот человек просто малепусенький, 1,70 м, то извините за то, что я бью по столу. Ну, как вы видите, крышка еще то говно. Ну да, с этим, конечно, не поспоришь, то, что говно еще то, но как-нибудь подделаю я ее нормально. Вот, как мы видим, он нормально стоит. Ну, как мы видим, все ломается. Но я не знаю, почему так быстро ломается она с одного выстрела. Кто поможет, тот молодец. Магнус, он вообще как бы пердун еще тот. Ну, короче, если вы хотите попробовать на этой карте поиграть, то вам нужно будет пройти небольшую часть, жесткую проверку. Шутка. Я в одном, короче, закрытом чате дам возможность установить карту в будущем. Это в будущем, не прямо сейчас. Вы сможете поиграть на этой карте, протестировать, сказать недочеты, если вы знаете, что и как. Говорю, а ну брысь отсюда, ва. Ну, короче, кто знает, тот поймет. Жду заявок в ВК. Ну, а с вами был я, Хамерус, или же Александр. Да, очень тупо звучит. Но всем пока.